Ежегодно выставочные мероприятия посещают 4000 человек. Это руководители медицинских центров, санаториев и пансионатов, специалисты отрасли, представители власти и государственных медицинских учреждений. В этот раз в выставке принимают участие 53 компании из 19 регионов России. Мы очень любим город Сочи. Вот, мы видим потенциал этого рынка максимальный на юге России. Поэтому мы стараемся всегда достойно представить самые интересные новинки того, что есть в мире здравоохранения России на территории Большого Сочи. Поэтому я думаю, что те люди, которые придут сюда, они не пожалеют. Здесь и все самое современное, все самое новое. Кроме уникального медицинского оборудования, представлены научные методики и разработки. Во время торжественного открытия выставки гости пожелали организаторам продуктивной работы. Выставки объявляются открытыми. Все, кто интересуется медициной, могут посетить круглые столы, например, по теме остеопатии, реабилитация, восстановления. На другом круглом столе на обсуждение будут вынесены вопросы применения телемедицины в государственных и коммерческих медицинских учреждениях, а также пройдет демонстрация возможностей телемедицинского оборудования. Здесь же фитнес-интенсив, здоровый образ жизни. На площадке проводятся занятия по йоге, зумби, шейпингу, единоборствам, функциональным тренировкам, танцам для детей и взрослых. Все 3 дня на выставке будут проходить мастер-классы по совершенствованию духовных и физических качеств человека. Занятия включают в себя комплекс упражнений для укрепления здоровья и работы над характером. Выставка продолжит свою работу в Гранд-отеле «Жемчужина» до 14 июля включительно. Вход свободный. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.